Добрий вечір, шановні телеглядачі. Морський порт – це ворота нашої держави. І сьогодні ми поговоримо про охорону морських портів. В гостях у нас голова профспілки працівників морського порту «Чорноморськ» Олег Іванов, голова профспілки служби морської безпеки Одеської філії адміністрації морських портів України Володимир Бабій, член профкому служби морської безпеки Одеської філії адміністрації морських портів України Сергій Іщенко. Вітаю вас, шановні гості. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Хто повинен охороняти державні порти? Три варіанти відповіді, як завжди, ми маємо. Якщо ви вважаєте, що повинна охороняти державна охоронна фірма, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо ви обираєте другий варіант і вважаєте, що повинна охороняти приватна охоронна фірма, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо вибираєте третій варіант і вважаєте, що в умовах війни повинні охороняти військові, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до наших гостей, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Отже, шановні гості, я пропоную почати нашу бесіду з перегляду сюжету якраз про ситуацію, що склалася в портах і навколо загонів охорони портів. А потім ми поговоримо на цю тему більш детальніше. Добре? Будь ласка, увагу на екран. Изменить государственную охрану на частную. Такое решение в конце прошлого года приняли в администрации морских портов Украины. Тендеры были заявлены в четырех портах – Одесском, Николаевском, Измаильском и Черноморском. После чего последовали протесты. Несколько сотен действующих сотрудников вышли на митинг к стенам здания администрации морских портов Украины с требованием отменить тендеры. Те охранные фирмы, которые участвовали в проведении тендера, они не выполнили технических условий, предъявляемых для участников тендера, и тендер был 25 января отменен. На основании закона о портах, статья 10, где четко оговорено, что режим пребывания и контроля в порту осуществляет исключительно отряды охраны порта. Частная охрана вместо государственной службы на контрольно-пропускном пункте в порту. Это то же самое, что частная охрана на пропускном пункте вместо пограничной службы. Это не просто охранник, не просто человек, который стоит с ружьем под складом или где-то в магазине ходит, смотрит на какие-то витрины. Он должен знать около 80 документов. Вы понимаете, что за смену выходит до 1000 контейнеров. А в контейнере там иногда бывает не десятки миллионов долларов стоит. Ответственность на этом человеке какая лежит. А за смену они выпускают. Ну, через, допустим, там один пост может пройти до 400. Это 12 часов до 400 контейнеров умножить на пару десятков миллионов. Какая сумма выпускается, да? Протесты и митинги не убедили администрацию морских портов Украины отменить тендеры везде. И в один из портов, а именно Николаевский, все-таки удалось продвинуть частную структуру. Ввели частную структуру в охрану порта, уволили людей из отряда охраны незаконно, об этом есть решение судов, потому что суды оставили, то есть обязали администрацию Николаевского порта восстановить незаконно уволенных сотрудников с выплатой, я подчеркиваю, то есть с выплатой за время вынужденного прогула. Понимаете, там прошло около полугода, пока их решение судов, что их восстановили. И сумма выплаты была в зависимости от должности, от того, когда было, от 50 до 70 тысяч. Кто понес ответственность за то, что люди были незаконно уволены, судом восстановлены, государство выплатило им все эти денежные средства, и ни одно лицо не понесло, я подчеркиваю, уголовную ответственность должно за то, что государству были нанесены такой ущерб. От затеи вести своих людей в порты и стать на контрольно-пропускном пункте ВМПУ не отказались. Не вышло нахрапом с тендерами, пошли по другому пути.
Руководство администрации морских портов Украины решило нас зайти с другой стороны. То есть поручить Одесскому филиалу администрации морских портов Украины и Ильичевской администрации и Измаильской администрации провести самостоятельно. Все эти действия в обход законодательства вызвали новую волну протестов и негодований. Теперь уже в Измаиле отдельным приказом первый тендер по оптимизации будет проводиться именно там. Распределили по трем портам. В данном случае мы за необходимость, как нам объяснили и как мы поняли в конце концов, поняли, что да, проводим тендер, а дальше уже за необходимостью проводим какие-то смены и так далее. То есть вот в таком варианте. То есть не потому, что можете проводить, можете не проводить. Если есть окромя доручения, провести. То есть, если вам надо, ну, как бы она не клеится. И поставили, что как бы необходимо или необходимо, как бы никто уже не спрашивал. То есть проводим процедуру. Тендеру быть, а значит и увольнение не миновать. И начало положено в Измаиле, после чего последуют Черноморск и Одесса. И дабы отстаивать свои права, портовики готовы ехать в столицу. Нас хотят, скажем, уволить и отправить на биржу труда. Мы будем защищаться до последнего, чтобы не пополнить ряды безработных. Если нас сократят и уволят с этой работы, мы остаемся без работы, без существования нашей семьи. Ждите нас, если вы нас не услышите, ждите нас. Будет жесткий вам отпор на ваши неправомерные. Мирные действия. Ну, отже, така, м'яко кажучи, непроста ситуація склалася навколо отрядів загонів охорони портів. І я пропоную, перше питання, мабуть, до вас, Олег Миколаєвич, я пропоную почати з того, щоб нагадати нашим телеглядачам про суть конфлікту між керівництвом державного підприємства АМПУ та колективами філії цього підприємства. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Ну, сперва, наверное, имел бы смысл объяснить, что такое АМПУ в принципе. Це так, бо не всі телеглядачі, мабуть, знають, що це таке. Это государственное предприятие, администрация морских портов Украины, которое было создано в 2013 году, 13 июня, и действует по настоящий момент. Состоит оно на сегодняшний день из порядка 15 филиалов, которые являются подразделениями этого предприятия. И отдельно, так сказать, особняком стоит там аппарат управления, то есть руководство АМПУ, которое направляет работу этих филиалов и распределяет средства, которые зарабатываются этими филиалами, бюджет, зарплаты и так далее. Поддержание, собственно говоря, мощностей этих же филиалов. К сожалению, ситуация, которая сложилась и сегодня была вот озвучена по телевидению, длится уже год. Около года назад руководство аппарата управления АМПУ, я буду дальше говорить, руководство АМПУ, инициировало продвижение вопроса по лоббированию интересов. Так мы себе это представляем в коллективах филиалов частных структур по смещению, увольнению работников со своих рабочих мест. Это службы морской безопасности, охранники, контролеры. И замену их на сторонние компании. Угу. Приватные компании, я так разумею. Сторонние приватные предприятия. Для этого, значит, собирались данные, цифры, которые, кстати говоря, в работе были, с которыми в работе были достаточно серьезные манипуляции, это уже зафиксировано, так сказать. У нас есть отзывы работы этих комиссий, членов этих комиссий по поводу того, что они говорили и что излагалось. Но это не первый раз, так сказать, в аппарате управления руководство искажает и выдает действительность, и выдает желаемое за действительное. В чем суть вопроса?
Как только была собрана вот эта информация, родилось отдельное доручение. Вот это доручение, подписанное Сергеем Владимировичем Гронским. Это зам председателя АМПУ, исполняющего обязанности председателя АМПУ, в котором буквально я зачитаю следующее. Підготувати проєкт плану реалізації організаційно-правових заходів, направлених на оптимізацію, в дужках, звільнення шляхом скорочення працівників загонів охорони морського порту в складі СМБ при переході з СМБ на аутсорсинг з термінами та відповідальними особами і так далі. Тобто, родився цей документ 5 октября прошлого года. Без какого-либо предварительного обсуждения в коллективах, без какого-либо мониторинга ситуации, выяснения, куда эти люди пойдут, объяснения, разъяснения людям о их дальнейшей судьбе, о социальных пакетах, гарантиях и прочих вещах, которые предусмотрены коллективными договорами филиалов. Просто поставили перед фактом, я так розумію, так? Именно так. Вот это окреме доручення направлено было для исполнения начальникам филиалов, в том числе, о которых было сказано. Первоначально предполагалось, значит, уволить путем сокращения порядка 700 человек. Ого! Этот документ я видел, и я этот документ показывал, значит, при обсуждении в Министерстве инфраструктуры с исполняющим обязанности председателя АМПУ господином Рависом Висконсом в присутствии Гронского, его зама по безопасности, и в присутствии народного депутата. До речі, я хочу підкреслити, що ми запрошували на програму другу сторону, так би мовити, конфлікту, так? Але нам відмовили. Про це ми окремо ще поговоримо, але я просто підкреслюю це. Дуже жаль, є питання, їх дуже багато, але будемо сподіватися, що в наступний раз ми зустрічаємося і услышимо відповіді на наші питання. До сих пор... Перепрошую, є телефони, Олег Миколаївич, є телефонний дзвінок, бо наші телеглядачі в пріоритеті, будь ласка, дамо їм можливість поставити питання до вас. Добре? Дякую. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір, Татьяна Леонидовна. А почему это государственный порт должна частная охрана охранять? Они также сдадут это кому-то там, не будут пускать, кого не выгодно, кого надо, пустят. Что это будет частная лавочка получается. Это вот как было с заводами, так и совсем так это все хотят сделать. По накатанной все идет. Угу. Спасибо. Дякую за ваше питання. Отже, ми сьогодні питаємося розібратися, чому так, чому намагаються віддати охорону морських портів в частні руки. Я попытаюсь коротко ответить. Будь ласка. Спасибо за вопрос. Как я уже сказал, коллективы предприятия, коллективы филиалов видят две причины. Значит, это лоббирование интересов частных структур охранных, таких себе, знаете, ЧВК Вагнера в зародыше, если можно так выразиться. А второе, это, значит, контроль над периметром портов, ворот Украины. Контроль за движением грузов и так далее. Кому это выгодно? Ну, наверное, в программе «Гроши», наши «Гроши» отчасти давались, так сказать, направления, куда это, от кого это движется и с какой целью. Но я продолжу, так, если я ответил на ваш вопрос. Я продолжу. Так вот, после вот этого письма Сергея Владимировича Гронского, зама по безопасности Висконсина, председателя, исполняющего обязанности председателя АМПУ, произошло то, что произошло в Николаевском филиале. Уволили людей, незаконно уволили, решение суда есть по этому поводу. И, естественно, люди возмутились, почему без какого-либо намека на социальный диалог, на разрешение вопросов будущего наших работников, которые, собственно говоря, пополняют местные бюджеты. Но даже в этом плане надо было бы как-то задуматься, если уже не интересны судьбы не только этих работников, но и их семей.
Вот. Руководство АМПУ не озадачилось этим вопросом, и люди начали предпринимать действия. Мы обращались, начиная от президента. Перепрошую, про дії чуть пізніше, бо є ще один телефонний дзвінок. Пропоную поспілкуватися з нашими телеглядачами. Добрий вечір. Алло. Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Можно говорить? Добрый вечер. У меня вопрос, конечно же, к представителю АМПУ, которого нет, к сожалению, в прямом эфире. Пусть этот вопрос прозвучит как риторический, но он заставляет задуматься многих. Кого АМПУ хочет поддержать в данной ситуации? Коллектив отряда охраны или интересы частных охранных структур? Нет ли в этом личной материальной заинтересованности непосредственного руководства АМПУ? Извините, спасибо. Зрозуміло ваше питання. Ну, отже, хороший вопрос. Так, я попытаюсь продолжением, значит, своего, ну, своего нашего диалога ответить на него. Именно этот вопрос мы и пытались поставить, и поставили, как я уже сказал, президенту, премьер-министру, председателю СБУ. Значит, обращались в областной совет, в общественный совет при областном совете. В общем, куда мы только не обращались. Ответ уклончивый. Господин Амелян вообще сказал, что это правильно и надо так делать. Хотя в СМИ он доводил неоднократно свою позицию по поводу того, что никаких сокращений ни в коем случае не будет. Тем более массовых. Ну, это, так сказать, остается на совести нашего министра. Разрешите мне добавить? Так, будь ласка. Уважаемые телезрительницы, мы считаем, я вот как представитель трудового коллектива, то, что вы сейчас задали вопрос и спросили по поводу администрации морских портов. Да, мы, члены трудового коллектива, считаем, что косвенно они отстаивают чьи-то корыстные интересы. Это первое. А второе, это первый этап для того, чтобы приватизировать порты. Все порты Украины должны быть приватизированы. Вот их генеральная задача. И начали они с нас, с подразделения охраны, для того, чтобы было легче потом это все осуществить. Поэтому мы вот, это я высказываю мнение членов нашего трудового коллектива. Все. Ну, пожалуйста. По поводу мнения трудовых коллективов. В связи с тем, что произошло в Николаевском порту, в частности, в Ильичевском филиале, то есть в порту Черноморск, была проведена конференция, и в других филиалах проводились подобные мероприятия. Конференция была проведена трудового коллектива. Тут же после этого письма, а именно 18 октября прошлого года, 2017, которым трудовой коллектив, я зачитаю, постановил, визнати неприпустимим скорочення робочих місць працівників структурних підрозділів Ільичівської філії ДП АМПУ Служби морської безпеки. Враховуючи те, що адміністрація Ільичівського морського порту є містоутворюючим підприємством, скорочення на більш ніж 160 працівників мешканців Чорноморська може викликати соціальний вибух і великий суспільний резонанс у місті, мати негативний вплив на ринок праці та на економіку міста Чорноморськ в цілому. Визнати неприпустимим передачу функцій забезпечення охорони об'єктів портової інфраструктури та суден іншим суб'єктам господарської діяльності та таким, що негативно впливає на безпеку виробничих процесів та портової інфраструктури в морських портах України. Но, к сожалению, это решение, постанова конференции трудового коллектива полностью проигнорирована, поскольку последнее распоряжение, которое издано было руководством ДП АМПУ, сместило, так сказать, от себя конфликтную ситуацию, потому что акция протеста проходила на Лжеронской 1, предыдущая акция в Измаиле. И они пошли таким путем, которым переложили всю ответственность на исполнение их распоряжения на начальников филиалов. И теперь начальники филиалов должны провести эти тендерные закупки
услуг сторонних компаний по охране периметров портов Украины. Тех портов, которые большие, которые реально обеспечивают грузопотоки в Украину в реверсном направлении и транзитном, ну, в общем, во всех направлениях. Вот. Что мы видим по этой ситуации? Проблема одна. Никакого социального диалога, о котором господин, например, Гронский, да и министр заявляли, ну, в частности, Гронский заявлял буквально следующее, я зачитаю. Учитывая социальную сторону реформы, имеется в виду реформа СМБ, филиалов, АМПУ находится в постоянном диалоге с представителями профсоюзов для поиска оптимальных путей реализации изменений. Все действия по реформе охраны также согласовываем с профсоюзом, отмечает заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский. Это не я говорил, это СМИ говорит. Понимаете, вот цензурными словами я вынужден говорить, но на языке крутятся другие вещи. Но вы знаете, это такая циничное кощунство. Когда эти охранники, у которых заработная плата 5000 гривен, пытаются обеспечить свои семьи и содержать их, вот, увольняются теми, кому они, эти филиалы и эти люди, зарабатывают деньги, и руководство аппарата управления, зарплата составляет 260 тысяч гривен. Ого. Это деньги бюджетные. Это что-то премии. Вы понимаете? Это что-то премии, надбавок и так далее. Мне вот, честно говоря, люди, это неприличные зарплаты на государственном предприятии. Более того, у нас действует квалификационный справочник профессии. И одна и та же профессия, скажем, что в АМПУ, в аппарате управления АМПУ, что в филиалах, скажем там, ну, допустим, начальник службы управления персоналом, скажем так, да, потому что я работал когда-то им и знаю, сколько он зарабатывал, знаю объем работы в филиалах. Там вот в Ильичевском филиале 1260 человек, понимаете? А в АМПУ 300, в аппарате управления АМПУ 300 человек. Так вот, зарплата в аппарате управления у начальника службы управления персоналом 220 тысяч, а в филиале, ну, 11. Звідки вони такі зарплати собі малюють, я не розумію. Ми це теж не розуміємо, але наші гроші, це було в СМІ, показували. Журналістські розслідування. Так, цей рівень зарплат. І я до сих пор не можу, як би я не старався, обосновати таку різницю, таку дискримінацію. Это цензурное выражение, да, вот такого уровня зарплат на одном предприятии, это одно юрлицо, на одних должностях. И на ком какая ответственность лежит? Там, где деньги зарабатываются или там, где они распределяются? Ну, понятно, там, где по факту распределяются. К сожалению, так. И поэтому то основание, с которым руководство аппарата управления выдвигало обоснование, так сказать, проведения аутсорсинга, у людей вызвало возмущение. А оно, в общем, оптимизация расходов. Угу. То есть сокращение фонда оплаты труда, который идет на охранников и контролеров, должно обеспечить сохранение им, получается, этого уровня заработной платы. Ну, это нонсенс. Ну, це так. Это нонсенс. Ну, суть конфлікту зрозуміла, Володимир Ильич. Собственно говоря, так, да. Так, наступне питання до вас, але в нас там є телефонний дзвінок. По-перше, пропоную відповісти на питання наших телеглядачів, а потім перейдемо далі. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий, добрий, ми слухаємо. Я би хотіла... В принципе, в продолжение этого разговора, да, я бы хотела все-таки задать такой вопрос продолжения. Может быть, вы тогда назовете истинную причину замены структуры охранной, да, и именно тех людей, которые странно служат уже много лет. И тем самым, как бы, эта замена, я считаю, что нарушает закон Украины о морских портах и в частности, конечно же, статью номер 10. Я могу Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Закон Украины о морских портах
на который, в частности, ссылается руководство аппарата управления, 10 статьей предусматривает охрану, значит, периметра. Я буду просто говорить, чтобы было понятно. Охрану периметра пребывания на территории порта возлагает на службу морской безопасности. Но одной из своих частей предусматривает, так сказать, вот такая лазейка есть, предусматривает применение вспомогательных сторонних структур охраны, значит, сторонними, в том числе и частными, приватными предприятиями. Поэтому, игнорируя одну часть закона, применяют вторую, третью. Да? Вот. Поэтому цель простая, я уже об этом сказал. Это финансирование частных охранных структур. И, значит, контроль за периметром порта. Больше других причин не видно. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Володимир Ильич, зараз, вот на сьогоднішній день, яка ситуація склалася у відносинах, скажімо так, між керівництвом та колективами філій? Чи є варіанти вирішення цього конфлікту, чи ця ситуація зайшла в глухий кут? Як ви вважаєте? Ну, добрый вечер, уважаемые телезрители. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что данная ситуация, она, конечно, задевает напрямую работников филиалов. И, как сказал Олег Николаевич, планировал около 700 человек, представляете, на юге Украины около 700 человек, около 700 семей останется без средств к существованию. Пример – Николаевский порт. Но она и задевает напрямую и одесситов, к сожалению, нас с вами. Почему? Чтобы вы понимали, что такое порт и территория порта. Территория порта – это, я говорю в данном случае об Одесском торговом порте. Это зона прикордонного и мытного контроля. В этой зоне есть 25 пунктов пропуска. То есть 25 пунктов пропуска, где идет перемещение людей, товаров, услуг. И вот на этих пунктах пропуска стоят контролеры на КПП. Контролеры на КПП – это люди, сотрудники службы морской безопасности, это сотрудники отряда охраны порта в структуре службы морской безопасности. Так вот, вот эти все действия, которые планируют заменить их на частных лиц, к чему может привести? А это приведет к тому, что, вот представляете, заходит судно в порт, и от трапа судна до территории, до зоны, до пункта пропуска, а дальше уже идет территория города, территория нашей Украины, стоит один человек, и этот человек называется контролер на КПП, сотрудник отряда охраны службы морской безопасности. Так вот, они планируют этого контролера на КПП заменить на сторожа частной структуры, который вот этот сторож, он будет наниматься на работу, увольняться с работы, ему заработная плата будет платить, вот эта частная структура, то есть он будет полностью подконтролен частной структуре. Это нонсенс. Нам пытаются говорить, что вот другие порты приводят пример Роттердама, приводят пример Гамбурга и других портов, что там работают частные структуры. Но почему не приводится пример Израиля? Если бы, допустим, в порту Хайфа сказали, что пытаются, что надо заменить вот это человека, который обеспечивает безопасность жителей страны Израиль на какого-то частного охранника, а у нас говорили, что даже можно, возможно, привлекать и какие-то иностранные частные структуры к охране, да. Так вот, в Израиле себе сказали, что они заменят вот этого человека, который обеспечит безопасность Израиля, граждан Израиля в порту, на какого-то частного из другой еще иностранной компании, этого человека тут же бы арестовали и посадили в тюрьму. Потому что там идет война, так же, как и у нас. Точно так же, схожая ситуация и на Украине. Там война идет и у нас идет. Почему мы не берем пример Израиля? Положительный пример. Что ныне ми імеємо. Ми нині імеємо... Володимир Ильич, перепрошую, бо є телефонний дзвінок, і потім ви нам розкажете, що далі ми маємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми слухаємо вас.
Я бы хотела задать вопрос. Скажите, а почему хотят провести замену именно в портах Одессы, Черноморска и Измаила? В других портах Украины уже работают частные охранные структуры? Значит, дякую, зрозуміло питання ваше. Значит, частную структуру ввели в Николаеве, как мы говорили, попытались ввести в трех портах Черноморска, Одесса и Измаила в прошлом году, но так как были активные действия людей, которые акции протеста, они отменили эту затею и сейчас решили по частям. Сначала Измаил, потом, допустим, Одесса, Ильичевск, Южный. То есть это планомерная, такая спланированная акция, которая будет, они планируют провести поэтапно в каждом порту. Но я вот вернусь, спасибо за вопрос, и мне очень приятно, что одесситов волнует этот вопрос, и еще в том плане, я вам расскажу случай, я начальник смены, помимо того, что писали в правком. Так вот у меня на смене был случай, когда моряки иностранные, кстати, с одной из ближневосточных стран, привели какую-то девчонку, то ли она обкурена была, то ли, я не знаю, каком-то. Они пытались дать взятку вот этому контролеру, чтобы ее пропустили на судно. То есть вы понимали, пропустили на судно и увезли бы, продали бы там. Вот. Только благодаря тому, что там находился контролер на КВП Государственной службы охраны, а я скажу, что контролера туда подбирают, мы подбираем, это, как правило, люди, которые прослужили в армии, люди, которые прослужили в силовых структурах, их тщательный отбор, тщательная подготовка идет, и только благодаря тому, что там стоял порядочный человек, мы не допустили этого. А представьте себе, чтобы там будет стоять какая-то частная охрана. Что? Это бы уже одна из жительниц Украины оказалась где-то за пределами нашей Родины. Поэтому мы ответственно заявляем вот этим руководителям, которые хотят провести этот так называемый аутсортинг. Уважаемые Сергей Владимирович Гронский, уважаемый Вицкоганс, понятно, что вы не гражданин Украины, уважаемый Владимир Рейман, Пустовойтенко, Доценко и другие там службы морской безопасности, у вас тоже есть дети, у вас тоже есть внуки. И вы не гарантированы, что, может быть, вы заменив вот тех принципиальных, честных людей на каких-то сторожей, и они пропустят где-то наркотик, и не дай бог ваш внук или сын или дочь получит эту дозу. Задумайтесь об этом. Отже так. Сергій Іванович, до речі, Володимир Ілліч зараз звертався до цих людей. А ми запрошували, я вначалі казав про це, і ми запрошували на цей ефір другу сторону, так би мовити, конфлікту представників керівництва АМКУ. Але нам відмовили. А як ви вважаєте, чому так? Уважаемые телезрители, уважаемые гости, значит, мы считаем так, что дело в том, что руководство администрации морских портов Украины заняло очень такую, знаете, позицию, которая его трудно, в общем-то, простому человеку понять, потому что мы, как представители государственного органа, то есть государственного порта, понимаем прекрасно, что одними акциями, одними действиями, так сказать, против этих решений мы мало чего можем добиться, тем более в нынешних условиях. Поэтому мы приняли решение и, соответственно, пошли по пути правового решения данного конфликта в правовом поле. То есть были после того, как были издан основной приказ номер 298 в октябре прошлого года по проведению тендеров, мы обратились, подготовили материалы и обратились в суд Приморского района, города Одессы. Судья, в течение 3 месяцев изучала материалы дела, готовила. Были разосланы, документы для того, чтобы две стороны, этот ответчик и этот истец, представили свои основные документы. С нашей стороны были все документы представлены. В течение 3 месяцев судья изучала и вынесла постановление о принятии дела к производству и назначила слушание. Что делает противоборствующая сторона? Я считаю, что и вообще у нас это очень сильно возмутило людей, когда мы пришли на заседание члены правкома отряда службы морской безопасности и узнаем, что администрация морского портов Украины подала апелляционную жалобу на
действия судьи. То есть 3 месяца эти люди, этой структуры сидели, выжидали, смотрели. Если правда на вашей стороне, если вы считаете, что вы правы в продаже охранных услуг в 3 портах Украины, так, пожалуйста, в правовом поле необходимые документы предоставьте судье. И судья тогда вынесла бы, наверное, другое решение. Они этого не сделали. Но для того, чтобы протянуть, а мы считаем так, потому что тендер в Измаильском порту назначен на 18 августа. Для того, чтобы протянуть, потому что в апелляционном суде это будет рассматриваться, я так думаю, не меньше 2-3 месяца, пока они не вынесут решение то ли продолжать рассмотрение дела, то ли его, так сказать, приостановить. Значит, они спокойно проведут тендер, то есть состоится факт продажи охранных услуг. Поэтому мы считаем, что действия руководства администрации морских портов неправильное, незаконное, и они данным, как говорится, в нынешнее время ведут, действуют в неправовом поле. И мы тем самым, так сказать, переходим к другому этапу нашей борьбы, то есть активным действиям. Про другий протеста. Етап ще ми поговоримо, є телефонний дзвінок, тому да, пропоную відповісти, пожалуйста, на питання наших телеглядачів. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрый вечер, ведущий, и все, кто нас видит и слышит в этот вечерний час. Во-первых, хочу поздравить всех с прошедшим праздником Днем Морского Флота. Спасибо. Всех, потому что все прямо или косвенно, как граждане морского государства и жители города у моря, мы имеем непосредственное отношение к морскому флоту, морской отрасли в целом, и нам, естественно, что не безразлична его судьба. Очень жаль, что не пришел представитель администрации морских портов Украины, но вы часто общаетесь с этими представителями, и, возможно, вы задавали им такой вопрос. Я хотел сказать, что изначально администрация морских портов Украины, собственно, создана была с нарушением ряда законов Украины. И как следствие этому вся его последующая деятельность ознаменовалась падением производства, уменьшением поступлений в государственный бюджет Украины и коррупционными скандалами, в результате которых ряд руководителей были осуждены, и в отношении некоторых до сих пор еще идут уголовные дела. Они прибыли, они потому что им и сказать-то, собственно, нечего. Но речь сейчас не об этом. У меня вопрос будет следующий. А задавали ли вопрос руководителям АМПУ, неужели они действительно думают и верят в то, что заменив опытных и профессиональных работников, в совершенстве знающих свое дело, на случайно набранных людей, даже под эгидой новосозданной охранной фирмы, офис которой, естественно, может находиться и расположен в одной из киевских или винницких квартир. Почему случайно набранных? Да потому что я считаю, на минимальную заработную плату 4000 гривен образованный, нормальный и адекватный человек работать не пойдет. Большой вопрос еще состоит в том, а смогут ли эти люди обеспечить надлежащий режим безопасности в портах и контроль за передвижением грузов и ценностей на миллионы долларов сутки, 1000 контейнеров товарами. Зрозуміло питання. Я перепрошую, адже дуже обмаль часу у нас. Перепрошую, питання зрозуміло, і я думаю, що можна відповісти стисло, якщо можна. Стисло, вы видите, что все руководящие документы говорят, что это незаконно. Приглашая людей из тех, кого вы сказали, из руководства МПУ, они не приходят, потому что правильно сказать, что им ответить нечего. Здесь факт налицо. Лоббирование интересов частных охранных структур. Все остальное уже вытекает вторично. Я добавлю. Значит, проблема заключается в том, что отсутствие социального диалога, как я уже говорил, усугубляется еще и отсутствием предоставления профсоюзам на их запросы ответов и информации, которая бы хоть как-то показывала позицию аппарата управления. То есть, когда мы задаем вопрос
письменно, устно на встречах. Покажите технико-экономическое обоснование. Нам говорят, а какое такое технико-экономическое обоснование вам надо? Все у нас как бы есть, а вам это не нужно. Вот, собственно говоря, в таком формате примерно идут ответы. Организационно-технического обоснования и подавно не видно, поскольку контролеры, которые работают на этих проходных, как уже говорили, они проверяют и порядка проверяют порядка 80 документов. Это не просто охранник, он работает с накладными, с пропусками, там около 80 документов, и перечень их известен. Работают не как, собственно говоря, сторож. Охранные структуры, да ради бога, пожалуйста, на территории порта есть склады, значит, оборудование, техника, значит, грузы. Охраняйте, нет вопросов, но вы хотите охранять периметр порта. Почему нацелились на периметр порта, на периметр контрольно-пропускных пунктов? Вот это хороший вопрос. Дело в том, что мы раньше назывались, я уже 17 лет работаю в порту, инспекторы. Потом в результате очередной реорганизации нас сделали контрольными КПП. А до этого называлась у нас должность инспектор. Да, вот так. Сергій Євгенович, до речі, стисло, якщо можна, а як реагують на цей конфлікт самі люди, працівники, які, ну, так би мовити, зараз стали заручниками цієї ситуації? Ви знаєте, спасибо за вопрос, уважаемые телезрители. Члены нашего коллектива очень резко и, как сказал, вот у нас был репортаж, один из выступающих, что сказал, что нам ничего уже не остается делать. Мы будем отстаивать свои права до конца. То есть люди выступают, пройдя два тендера, которые были отменены, сейчас третий назначили, как говорится. Вот, готовы бороться за свои права до конца, тем более имея такую мощную правовую базу. Всем уже ясно, уже всем работникам нашего трудового коллектива, что, как говорится, наше дело правое, ну а мы, как руководители, так сказать, и работники центрального органа профсоюза, должны обеспечить, чтобы победа была за нами. Потому что, ну, есть решение антимонопольного комитета по первому тендеру, есть решение государственной госаудитслужбы. Разрешите, Сергей, зачитаю. Да. Понимаете? Службу Украины. Да, я зачитаю. Защиту наших интересов. Да. А в результате... Вот, Державная аудиторская служба Украины, вот, да, которая провела аудит в нашем одесском филиале. Ну, загалом аудитом встановлено, що функції з охорони сторонніми організаціями будуть дублювати функції Служби морської безпеки, що може призвести до неефективного використання фінансових ресурсів. А тому одеська філія ДП АМПУ може забезпечити виконання цих функцій власними силами. Підбиває підсумок, як кажучи, одним реченням. Олег Михайлович, що ви плануєте робити, щоб відстояти свої права? Значить, налицо неэффективное использование средств уже в Николаеве. Там состоялся, аукцион, по-другому не назовешь. Уже работает частная структура, а люди параллельно восстанавливаются, получают зарплату. И тем платят деньги из государственного бюджета. Этого мы не допустим и приложим все силы, чтобы не допустить в остальных филиалах, портах. И поэтому мы будем принимать все предусмотренные действующим чинным законодавством Украины заходы. Зрозуміло. Дякую вам і бажаю вам успіхів. Спасибо. Що ж, шановні телеглядачі, мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми у вас питали, як ви вважаєте, хто повинен охороняти державні порти. Три варіанти відповіді ми мали. 51% наших телеглядачів вважає, що це повинна робити державна охоронна фірма. 13% обрали другий варіант і вважає, що повинні робити це приватні охоронні фірми. І 36% вважають, що в умовах війни військові. Дякую вам за голосування, за вашу сьогоднішню активність, за ваші телефонні дзвінки і питання. Наша програма надійшла кінця. На все добре, до зустрічі.